что такое? Тебе, мне кажется, что сзади меня мужчина. Я хотела уступить место. Нормально? Вот, понимаете, что-то не то со мной. Одолевают меня сущности, да? Вот. Только что, кстати, хотела уступить дорогу, оказалось, никого нет сзади меня. Нормально? Это мы уже такое видели, кстати, в Финистрелле. Вот такое вот. Тут, видите, кот сейчас будет ходить, ученый. Вот как раз. Тут, конечно, не дуб, но сосна. Вот. И вот идут наши стены. Что я говорю, что под землей все стены, арки. Вот. Вот какая тут. Тоже наша чугунная штука выросла. И сделалась цветочком красивым людей. Вот. А, нужно еще вот туда дойти, да? Блин. Ну, схожу. Бедушки, таким образом я вам все покажу. Ну, уже, знаете, за деньги, которые мы заплатили, вы все посмотрите, да, все. Тут такая часть не... Такая часть у меня сейчас идет не работать совсем уж. А показывать красивое. Вот. Смотрите, тут получается углубление и идет что-то образование нового. Что-то я поэтому показала сейчас вам. Конечно, просто так я никогда ничего не показываю, естественно. Но это для тех, кто хочет понимать. То есть, видите, мы идем как бы по второму этому. Вот тут арка, это туннель. По второму слою идем. Жишка. Да, ходить тут не расходиться. Вот смотрите, внизу кладка, а вверху жижа, видите? Да, там женщина сейчас я. Еще. То есть, наоборот, подниму, чтобы ее не снимать. Корка. Я хотела вам снять красивенькое. Вот сейчас специально иду туда. А вот и дуб. А вот и дуб, ученый кот. С дуба, да, рухнул. Вот. Видите? Кверча, кверча. Кверча, видите? Хотела показать вам ступени, посмотрите, как идут, да, тоже. Да что такое, мне опять кажется, что мужчина идет, да, блин. Знаете? Вот, посмотрите, какая штука, да? Вся идет вообще, видите, вот скале сделано, как можно было ее сделать вообще, да? Она идет вообще до озера туда. Посмотрите, наши паутины, вот эти жижевые, они паучьи. Кстати, видите? Кстати, это деревянные штуки, они очень вообще. Кстати, просто жижевый фонтан. Это они называют нимфея. Посмотрите, да? А, лилии фотографируют.
пересмотрелись, да? Такой вот грязющий, да, вот в самом сердце жижи. Вот такой цветочек, да? Просто невероятно. Кстати, все жижевое. Кстати, корка тут на мраморе, видите? Корка. Кстати. И вот эта форма наша, видите, нимфея, видите, нимфея. Вот. Вот такая. И там, где нимфея, там и жижа. То, что вы увидите на следующей неделе. На следующей неделе вы это увидите. Кстати, он тут собирается расцветать, да? Обалденный жижевый рай, жижевый рай. Вот как прямо видно, как растут у нас столбы. Тут вообще, посмотрите, о, какой жижевый туннель, ребятушки. Посмотрите. Смотрите, жижевый туннель. Все в работе, все образуется. Гротка такая, видите? Может, это не туннель, но там явно есть дырочка. Но гротка есть наша, жижевая, да? Это все твердое, ребята. Кажется мягким, а это все твердое. Понимаете? Ничего, не это. Нельзя пустить. Это твердое. То есть это все вот это вот наросты жижевые наши. Понять. Где вода вытекает? Схватить. Вот такой вот жижевый гротик. Понимаете? Туда тоже, там этот фонтанчик, да? И куда-то он там вот идет, там нигде. А, вот он там продолжается, видите, вот. То есть и не прямо он натекает, видите. Это тоже все это жижевая штука. Так, ну ладно, в эту сторону я наснимаю сейчас всего, а потом я быстренько вернусь туда. И уж сейчас я вам тут два видео, только природы, считай. Только красоту, практически. Ну, вот еще нашли жижевый бротик. Господи, Доминика там. Посмотрите, какое дерево, да? Какое дерево вибрационное вообще. Какая корка, да, кстати? Все вибрационное, кстати. Вот, кстати, да? Вот такое огромное дерево стоит, да? Видите, стоит наклоненное и не падает. Может быть, вообще обалдеть, да? Ну, нормально еще живет все. Даже вон эта ветка живая, кстати. Хотя она отломилась хорошо. Ах, закрыли здесь. Кстати, тоже, видите, полукруглый такой, да? Полностью, видите,
кривой в нашем стиле, но сюда нельзя встать. Тут еще домик. Вот что, вот. Понимаете, вот что, зачем вы построили на самой кромке озера вот такой домик, да? Скажите. И вот корка. Вот зачем бы вообще нужно было бы вот такой домик построить, скажите мне. Смотрите, там даже чугун вылезает. А, это бабочка? Или чугун? Я ничего не понимаю. Ну-ка. Может, это бабочка? Это огромный какой-то. Это дерево вот так вот наклонено, видите? Такие вибрации у него, это вообще просто невероятно. Блин, я так опять, мне сюда стал ко мне пробиваться Булгаков, блин. Кстати, видите, стена тоже, видите, стена тут. Вчера монолог слушала, я обожаю этот монолог, да, вот это Берлиоза и Воланда. То есть Воланда с Берлиозом. Я просто, ну, настолько моя теория все тут укладывается с ним, с булгаковским этим. Вообще. Сначала я вспомнила про квартиру, которая... Про квартиру, которая вот внутри становится больше, да, чем на самом деле. То есть входишь в маленькую квартиру, это тоже сама теория расширения. Вот. Ну, в смысле, не то, что это он по моей теории, в смысле, это в моей теории тоже это есть. Вот. И вот вчера тоже вот это вот. Ответ на многие там, которые на меня наезжают, это, что, типа, вы же даже не знаете, вы даже на 1000 лет не можете сделать план, да? Ой, какая масенькая. Чего сидишь-то, девочка, тут? Ой, какая красавица фиолетовая, поглядите. Смотрите, какие там скобы рвет. Сейчас мы подойдем поближе. Тут эта ротонда, с ней все кончается. Посмотрите, какие дыры в стене, да? А это дорога, понимаете, это дорога, но стена это. Вот опять из наших растений. Black pork. Black pork, нормально? Черная свинья, что ли? Получается. В общем, короче, вот этот их монолог я вчера слушала. И когда-то я зареклась вообще не смотреть, никогда не читать больше Булгакова, ну вот мастер Маргарита именно. Вот. Что настолько трагичная эта книга. Но вчера мне в свете моих исследований захотелось, конечно, посмотреть там пупки, да? Кстати, наши пупки на этого. Там видно хорошо. Это поезд, ребятушки. Розы все чуть-чуть приникли, потому что, наверное, из-за жары, может, не знаю, что жара сразу резко как-то наступила. И вот посмотрите, видите, я же говорю, что над виллой, ровно над виллой, вот, пожалуйста, это и рока. Это все взаимосвязано, ребята. 100% сюда идет наверх туннель. Понимаете? 100%. Розы все какие-то вялые, ребятушки. Либо они отцветают, либо они от жары просто не это. А запах вообще невероятный. Невероятный. Вот этот домик, посмотрите, торчит прямо из воды, видите, вот, который говорил, что ну, нельзя этого, это вообще невозможно построить. Просто. Ну, посмотрите, к нему вообще никакого нету под это. Вот это доказательство вообще дальше некуда того, что все растет.
Как можно было этот дом построить? Да даже если бы уровень воды, как там могли бы мне сказать, уровень воды там, не уровень воды, там вообще, посмотрите, просто скала. Если бы уровень воды был ниже, то там бы скала была дальше бы. Вот. Даже я сфотографирую, нельзя, вот надо ей напролом. Вообще, не удивляюсь, конечно. Для мамы сделаю я. Ну, это просто открытка, да? Открытка, натурально. Так, ну что, вот это около стены мы. Вот видите, напротив ротонды стоит еще такая штука. Вот, конечно, ее специально сделали для красоты. Когда сюда вообще никто уже даже не заходит. Ну вот потому что когда придут к ротонде, надо еще тут помолиться, да? Причем мне интересно, что если молиться женщине с голой грудью, тоже как-то странно, да? Понимаете, женщина-кормилица, можете говорить сколько угодно, к тому же я сама лично кормила грудью 4 года дочку, поэтому... Мне можете не говорить. Вот. Про женщину-кормилицу. Как они меня преследуют, вот эти вот фотографальщики, это вообще просто. Я не понимаю, зачем делать вот эти селфи постоянно? Это все потом расстанутся через там неделю, да? Вот сколько здесь пар я вижу, мне смешно просто. Вот такие влюбленные тут, значит, фотографии делают друг с другом, там на каждом шагу там. И потом расстанутся, блин, будут все удалять. Потом снова будут фотографироваться, ходить с кем-нибудь другим там, например, уже. Ну вообще, да смешного. Тот же самый Доминик, он тоже постоянно ходит, все селфи делает. Так, ну все, ребятушки, все, я вам все провела. Сейчас, короче, пока не буду снимать, потому что, ну что, будет одно и то же. Хотя солнце, вот так вот, свет гораздо лучше в эту сторону. Еще одна, посмотрите, да, моется. Ой, какие красавицы. Не убивайте уточек. Так, ну все, до Доминика дошла. Сейчас пока закончу. Пока-пока.